Ситуация на таможенном посту Нурлужолы в Алматинской области стабилизировалась. Об этом сообщили в региональном департаменте полиции. Ранее на казахстанско-китайской границе образовался 58-километровый затор из 2300 грузовых автомобилей. В результате между водителями фур возникли конфликты и даже стычки. Как объяснили в Комитете госдоходов, причиной массового скопления транспорта послужило усиление санитарного контроля со стороны КНР. В день китайская сторона пропускала всего до 20 автомашин, в связи с чем акиматом района был создан оперативный штаб, который провел разъяснительную работу и навел общественный порядок. Нынешняя ситуация в Калеке, можно сказать, отличная. Порядок восторжествовал. Было все, был и бардак. На данный момент сейчас здесь работают службы МВД, погранслужбы. Выставили всех нас в ряд. Левого ряда нету, перестало. И сразу очередь стала двигаться. Все спокойно, все начали двигаться. Вместе с тем, 8 сотрудников таможенного поста были задержаны по подозрению в получении взяток за беспрепятственный пропуск через границу. По данным главной областной транспортной прокуратуры, работники органов госдоходов, а также ветеринарного и фитосанитарного контроля на системной основе предлагали свои услуги по ускоренному пересечению пропускного пункта. В настоящее время пресечена действия лиц, которые пытаются проехать общую очередь и заехать на пункт пропуска Нуржолы без очереди. Таких лиц мы выявляем, проводим с ними профилактическую беседу, их машины разворачиваем и ставим в очередь в конец. Первые дни было тяжеловато, таких лиц было очень много, но на сегодняшний день эта работа проведена на своем уровне, и таких фактов уже не наблюдается.